Вот так, друзья, выглядит моя работа на бицепс при подъеме штанги без монтажа. Вы увидели все разминочные рабочие подходы. Если снимете видео со своей работой, присылайте, я выложу на канале, обсудим разные тонкости, у кого какие ошибки, если они есть. Всем удачи и здоровья! Вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от 5% Rich Piano. Чего здесь только нет. И защита суставов, и стимуляция выброса гормона роста, напиток перед сном, и различные формулы, которые еще не знаю. Естественно, BCAA-шки различные. Real Food. Это я, чередуя с бананом, ем после тренировки сразу. Защита печени, органов, менталити. Но это я буду употреблять, использовать перед хоккейными матчами для концентрации. И вот давно мечтал попробовать яичный протеин. Кристаллизованный, чистейший, вообще отличная штука. Один из лучших источников белка вообще, в принципе. Такие вот штуки. Много, видите, не знаю, насколько мне хватит, самому интересно. Потом как-нибудь расскажу вам, почему я взял Rich Piano-ское и как грамотно вообще сочетать, какие продукты с чем, что можно пить, что нельзя.